При регистрации на перелет уже в аэропортах клиенты обнаруживали, что брони сняты, соответственно, они не могут вылететь, и впоследствии уже обнаруживали, что, собственно, и зарезервированные якобы в рамках данной путевки номера отелей также не зарезервированы на самом деле, и, то есть даже если бы они улетели, на самом деле они, им услуги бы не были предоставлены, они бы не смогли вселиться. А почему вот именно в это турагентство обратились? Ну просто до этого несколько раз ездили, и было все нормально, в общем-то доверяли люди. Через них же, да? Ну да.